«Отношения для жизни или вместо жизни» – фраза из моей первой книги трилогии «Жить-жизнь», которая однажды заставила меня задуматься о многом. В школе мы изучаем физику, химию, математику, но никто не учит нас, как быть счастливыми. Попадая во взрослую жизнь, мы все больше обрастаем негативным опытом, который, как плесень, покрывает нас. Мы теряемся в нем и часто теряем себя. Мы терпим, потому что в детстве нам говорили – что нужно терпеть. Мы пытаемся жертвовать собой ради партнера. Мы пытаемся жертвовать собой ради детей. Мы привыкли жертвовать собой. Мы привыкли отодвигать себя на второй план, потому что думать о себе неприлично. И что мы получаем в итоге? Имена меняются, а история все та же. Мы не понимаем, чего хотим от отношений. Мы находимся в отношениях и не понимаем, зачем. Мы боимся, что нас никто не полюбит, и поэтому входим в отношения, в которых нас разрушают. Мы боимся одиночества. Мы боимся так и не стать счастливыми. Мы задаем себе бесконечный вопрос: почему это случилось со мной? Мы все так или иначе травмированы собственными родителями или эмоционально близкими людьми. Многие из нас переживали опыт неудачных отношений, но что скрывает в себе этот негатив? Именно прошлое таит в себе опасность для нашего настоящего и будущего. Я создала онлайн «Отношения для жизни или вместо жизни» по просьбе моих читателей, которые так же, как и я, когда-то ничего не знали о любви. Почему у нас не получается создать действительно гармоничные отношения, в которых нам и нашему партнеру комфортно? Почему мы продолжаем быть бегущими по граблям, хотя сотни раз обещали себе так не делать? Почему мы думаем, что не способны быть счастливыми? Почему мы думаем, что никому не нужны? Почему это происходит? В своей книге «Жить жизнь» я пишу: женщина делает любовь целью. Она хочет отдать себя партнеру, она ждет этого партнера. Она соглашается на отношения, в которых мужчина только декларирует любовь, не совершая никаких ответственных поступков. Они попадают в ловушку ложной любви. Мой онлайн «Отношения для жизни или вместо жизни» поможет тебе найти ответы, понимание, осознанность на все эти вопросы. 3 занятия по 3 часа. Уникальная техника «Коллаж отношений». Техника прощения себя и близких. Техника выявления и изменения модели любви, а также уникальная техника распаковка счастья. Коллаж отношений поможет провести точную диагностику своего состояния, укажет на твои ошибки в отношениях, поможет переосмыслить предыдущий опыт и привлечь в жизни нового партнера, обладающего необходимыми для тебя качествами. Упражнение на выявление своих основных страхов в сфере отношения поможет найти истоки неудач. Проработка основных страхов: меня не любят, меня не выбирают, полюбить, ошибиться в выборе партнера, повторение негативной ситуации в отношениях и многих других помогут избежать повторения негативного сценария. Проработка детско-родительского опыта поможет убрать первоистоки и неэффективные модели отношений. А техники прощения помогут отпустить прошлый опыт, освободиться от старых привычек и выработать новое восприятие реальности, новое восприятие отношений с партнером. Эти знания помогут освободиться от прошлого и создать действительно крепкие и созидательные отношения. А также 3 дополнительных бонусных занятия в подарок. Полное описание онлайна «Отношения для жизни или вместо жизни» по ссылке под этим роликом. Кроме того, информация на этом курсе предоставляется на постоянной основе. Все новые дополнительные занятия, а также новые потоки не требуют дополнительной оплаты. Каждый участник получает постоянную поддержку и ответы на возникающие вопросы. Присоединяясь к этому онлайну единожды, ты обретаешь несколько потоков и десятки часов бесценной информации. Пришло время стать счастливой. Отношения для жизни или вместо жизни? Что выбираешь ты?